Хотелось бы высказать огромную благодарность организаторам соревнований за то, что им не безразличен спорт, что они проводят эти замечательные соревнования среди школьников. И это сейчас на самом деле очень-очень важно в нашей стране, когда очень маленькая часть населения занимается спортом. И я надеюсь, что ребята поучаствуют в этих соревнованиях, им понравится кроссфит, они заинтересуются им больше. За границей, в Америке, в Европе кроссфит уже дико популярен, даже среди молодого поколения. И нам ни в коем случае нельзя отставать. Ни одним врачом или там научным работникам доказано, что работа с отягощениями, со штангой, с гирями, с гантелями даже для ребенка очень полезна. Потому что это укрепляет организм, и это гораздо лучше, чем сидеть за компьютером, ничего не делать все равно. Любая активность, она полезна. Все упражнения сбалансированные, поэтому если заниматься кроссфитом грамотно, то все только во благо идет. Здоровья. Та программа, которую мы совместно с Институтом физкультуры, с Государственным университетом физической культуры развиваем в течение вот этого года, является очень важным направлением нашей совместной работы. Мы не просто спорт несем школьникам, а общую физическую подготовку, что очень важно. Мы движемся к тому, чтобы на уроках физкультуры кроссфит и общая физическая подготовка вот в таких ее проявлениях, которые мы развиваем, не перестали быть экзотикой, а стали абсолютно нормальным, жизненно важным, необходимым, естественным, как попить воды, что называется, занятием наших ребят, нашей молодежи, наших школьников. Поэтому результатами очень доволен, мы на правильном пути и будем дальше в этом направлении развиваться. Я думаю, да и уверен в том, что кроссфит, он, естественно, заменит ГТО, потому что, знаете, многие люди, новые поколения, вот это вот ГТО, готов к труду и обороне, естественно, они как-то отвергают и так далее. А кроссфит, знаете, это новое явление, вот, именно в развитии физкультуры и спорта. Сегодня действительно финал такого большого и крупного мероприятия, как программа гражданско-патриотического физического воспитания молодежи «Тренируй тело, береги душу». За это время, это с сентября по ноябрь, мы успели сделать 20 мастер-классов по кроссфиту, мы успели сделать столько же встреч по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, на которых работали и люди, принимавшие участие в подготовке бойцов элитных войск и представители казачества. Вот, то есть была разнообразная программа, было очень интересно. И вот сегодня был именно финал физического воспитания. Это наши соревнования по кроссфиту, самый подготовленный школьник, которые прошли, я считаю, очень хорошо. Дети получили комплексную нагрузку. Ну и, соответственно, призы, подарки, конечно, как водится.
done.